Нет, ты что, хочешь, чтобы я сам пошел? Нет, мы сейчас двоим пойдем. Вот, наш тебе. Просто же не желательно, блядь. Вот это вот. Первого 7 2014 года. Город Первомайск, Луганская Народная Республика. Находимся на небольшой возвышенности возле города Первомайск. Сейчас на данный момент наблюдаем дым непосредственно в самом городе Первомайске. Это последствия артобстрела украинскими войсками. Время 18:18. Дома вон с ними. Сейчас пойдем другие дома снимем. Сюда вот тут вот. Ну там сейчас подойдем туда. Да, живой. Не ходим сюда, на ту сторону. Последствия вчерашнего артобстрела, да, по пригороду. Там дальше больница есть. В больницу попали. Снимаю вниз. Там три гаража. Точнее, да, три гаража разрушены. Вон, в самом низу, видишь? Вот, вот спуск, где видишь? Вон, вот, весь спуск. Там местные говорят, что в одном гараже и люди прятались у себя. Так они загорелись. Они загорелись заживо. Там из трех гаражей там было 4 машины. Но один гараж был просто побольше. И погреб там. Там загорелось все дотла. Плюс плитами потом это все было поддавлено. И там вот люди погибшие. Но это, говорят, местные, сами не видел. Расстояние примерно до боя какое? До боя, вон. Сегодня эту сторону не трогают. Сегодня в этой стороне боя нет. Там даже вспышки были видны. Потом бой переложится на эту сторону. Вон дом. Не-не-не. А, ну да, я ж показывал, я показывал. Прямо вон дом разрушен, видишь? Секунды, 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 вспышки, вспышки. Вон они, укропы, блин. Видел, где девятиэтажка, чуть туда пробили. Ракетницы пускали. У нас мы ракетницы не пускаем, у нас их просто нет. Были только что на экране вспышки, как работает крупнокалиберное орудие украинской хунты. Вот еще раз. Работают они, насколько я понимаю, в район военкомата. Да. А по факту они просто уничтожают все, что может быть каким-то укрытием, а по факту убивают мирных жителей, их дома разрушают. Что-то из БТРа, да? Из БМП. Это? Да. Это из БМП. Это из БМПшки шпарит. Одиночные громки, это с БМПшки, очередь БТР.
говорят, в церкви пошел дымок. Видишь? Ладно, только начался дымок. Церковь чуть левее. Здание с синими окнами. Вижу, вижу. Сейчас вот ветку должен пойти. Тише. Оттуда шпарнуло. Вон, видишь? Блестит, тут их. Вон она, БМПшка. Да я её засёк, да. Вон она. Снимай. Вот сейчас отработал. Скорая поехала. Можно что дальше чуть перейти будет лучше видно. Где этаж закрывает вот эти хотелось стороны. Пойдем на другое место. Они же поднимаются, опускаются. Видишь, трава смята. Ну все, пойдем дальше покажу. Есть побольше, есть поменьше. Вот, смотри. Вот здесь они вот лежали. Отхожее место. Да. То есть это свежая бумага. Вот Лёшка. Трава примята характерно. Да, здесь продукты были все. Консервы, вода, пачки сигарет, которые мы поубирали. Ну, все как обычно пришли. Кофе, да, сухую ели. Типа русская грязь. Зерно грязь. Разрыв. 6:18:40 поступила информация, а тут выдвигается по команде боевая тревога. Еще одна Лёшка снайпер.
Тоже Михайловский перекресток, правильно? Я не знаю. Кладбище, а Михайловский прикосок, наверное, этот. Если этот. В город зашел десант. Да к бой где-то. А? В город зашел десант. Понял? Десант зашел, слушай. В город зашел десант. Я рад. Побежай, пойди аккуратно, возьми на все-таки. И она у меня. А, ты взял ее, да? Пошли, только два рожка сюда посмотрим. На связи. По последнему скорректируют. Принял. Скорректируй по последнему. Церковь это вот там была, да? Да, да. На связи. Слышал, откуда десант зашел? Звездочка, видишь на доме, а левее. Вот тебе пальчик. Вот две трубы вижу, да, вот. Вот две трубы от них. О, вон, видишь? Видишь? Вон.
Тут наш уже ебашит. Где высоковольтки, туда уходит. Налево уходит. Все, за посадку ушел. Не понял. Где? С другой стороны он хуярит. Слышишь? Что-то в одну сторону. Оу. Читаешь? Да вот он я. Конечно, понял, бля, или не понял, что это за хуйня. И в одну сторону. Бинокль бы помощнее. На перекресток. Сразу видно, профессионал. Да. Есть у тебя нож? Для семейной съемки. Вот он, герой. Режет капусту. Какой я в пизду герой, бля. Да герой, герой, командир. Нихуя. Я просто прохаванный, тихий, спокойный. Лишний раз. Пацану нельзя давать пиздорез. Лучше, блядь, не убить одного укропа, а лучше потом убить. Вот и все.
Не, ну это для семейного. Ну, конечно. Ну, удар дать флешку. Как скажешь. Мы в любом случае делаем архив всего, что мы снимаем. А как это, Анна ТВ называется, да? Ну, мы сотрудничаем с Анна Ньюс. Анна Ньюс. Это российский канал, да? Это вообще, по сути, волонтерское движение, которое начало освещать боевые действия в Сирии, а на самом деле они зарегистрированы в Азербайджане, насколько мне память не подводит. А что ты в одну накрошил? Так сейчас пересыплю. Просто ж не подумал, ну, надо будет помешать. Я понимаю. Ну, так вот примерно как-то. Один подшивается, вторые еду готовят. Все своими руками. А жен моих здесь нет. Ты все про жен. Кому шо, да? Я люблю их девок. Я всех люблю, но этих особенно. Зюль, читай. Зюль, я. А сейчас... Даже не скажешь матрас, матрас, да хоть раз, потому что матраса нету. Сила мужчины сюда была на конце. А конец на яйце. Это доспеет. Вот сейчас они пофигачат ответочка минут через, да? 15. Время 8 часов. Начнет темнеть. Они уже на сумерках это делают, чтобы не видно было, куда, откуда лупят. Это наши. Ебашу туда, по зеленке, Денис. Отбивают этот город. Давайте, хлопчики. Ой, нам бы, блядь, хотя бы Катюшу, блядь. Вот видишь, сейчас наши бьют, с края города бьют. Бьют в зеленку, отгоняют укропов от города, чтобы они не подходили близко. И вот видишь, где пыль, вот это вот по посадке идет. Вот. Самом низу. Это наши работают, отгоняют. Они сейчас за посадочкой прячутся. А наши их отгоняют. Вот разрыв был. Долетел. Скорая поехала после их бомбежки. Там больше похоже на сигнализацию. Надо было, чтобы... А может сигнализация? Сигнализация. Местные везли вот так вот вдоль дороги. Был бы хороший кадр, когда вот здесь вот по объездной дороге гражданские везли в гробу своего 200-го. Там кладбище. Вот вечером бомбили, утром они, машины нету, они на тачку этот гроб. Четыре мужика погрузили. Стрел идет, а они не реагируют. Они венок. Крест деревянный, и они на тачке этот гроб везут. Сюда? Нет, вот, там, вот там кладбище, вот. Они вот по вот этой объездной дороге его вдоль завода везут.
идет бомбежка, а им уже что, наплевать, это может было, была мать, или может это был сын там, или дочь, да. Понимаешь, уже идут мужики, им пофиг уже на все. Это вот так вот Порошенко не бомбит мирные города, да. Мирных жителей. Это ж сепаратисты все бомбят, террористы. А вот, так вот, вот такая вот ситуация. А я сам со Стаханова. Вот, мне некуда отступать, я здесь останусь. И не пропущу этих пидоров фашистских. У меня там мать, у меня там ребенок 8-летний. Я их туда не пропущу. И бить буду фашистов, пока силы будут. Так. Лучок. Мало не покажется. Надо быстренько поесть. Хоть. Августа 2014 года. Ночь с 31 на 1 в принципе прошла спокойно. Примерно раз в час украинская хунта обстреляла город Первомайск 2-3 снарядами в разные районы города. Пунктуальность ее, конечно, не отличается, в отличие от немецких фашистов. Но все-таки обстреливали, не давали спать мирным гражданам. Thank you.